your life, it's my life. И сегодня весь колледж живет в очень расслабленном состоянии, потому что завтра день благодарения. И, в общем, все такие не напряженные. Чуть вам что рассказать. Все, говорю, не напряженные, потому что завтра день благодарения. И вообще сегодня у нас... Так подожди, завтра вы будете учиться? Нет. Вообще у нас сегодня так класс интересно начался по Child Development. Пришла наша серванта с лицом какое-то такое, ну, грустное. Она говорит, ну, типа, я, говорит, очень извиняюсь, что на прошлой неделе, типа, ну, сделала cancel класса. Мы говорим, да, господи, что вы извиняетесь, так все хорошо. Вот. Потом она такая говорит, кто-нибудь хочет пиццу? Она говорит, я так есть хочу. Ну, говорит, поднимите руку, кто будет есть. Ну, там кто-то поднял руку, она такая, ой, типа, видно, она какая-то как будто то ли раздраженная, то ли что. А пить что, типа, будем? Кто-то там ряпнул шампанского, типа, ну, короче, начали уже смеяться. Она такая, не, говорит, я шампанское не буду. Вообще никто ни о чем не подозревает, в общем. Она такая, говорит, я вообще люблю колу, значит, типа, я, говорит, буду ордер для всех колу. Хорошо, хорошо. Ну, все, немножко время проходит там, приходит наша из... Ну, у нас есть такая комната, где именно для будущих учителей созданы все условия, где мы можем отдохнуть, где мы можем подготовиться к занятиям. Код, мы там даже, оказывается, можем заламинировать то, что нам надо, узнала я недавно. Японский городовой, ну, минус 15 баксов, блин. Ну, в общем, там все создано, чтобы ты работал над своими проектами, там, ну, в общем, приходит эта тетечка, которая за эту комнату отвечает, приносит вот столько карабасов пиццы, несколько упаковок колы и говорит, ну, типа, happy party. Мы-то думали, сервантес собирается сделать заказ. Она его сделала, ну, я понял, или что-то, я так думал, знаю, что она собирается. Ну, прошло какое-то время, ну, неважно, в общем, что приперлик. В общем, она такая, все, типа, там, тарелки, а тарелок нету, такая вся сидит какая-то никакая на этом стуле. Эта девушка такая, которая за наш этот, за нашу комнату для будущих учителей отвечает, подсуетилась с тарелками. Ну, и потом она такая, говорит, класс, я должна сделать еще, говорит, одно оповещение. Говорит, я вообще не люблю, говорит, о персональном. Я думаю, ну, конечно, мы уже знаем, блин, о тебе столько много, что ты не любишь о персональном. Она говорит, ну, вы все знаете, что на прошлой неделе был, типа, ну, вот это, куда я по итогу не попала, на 4 часа на конференцию. Ты не попала? Я не попала, у нас были другие два резко образовались. Она говорит, после этой конференции, говорит, типа, я убиралась, потом почувствовала себя плохо, в общем, у меня, говорит, открылось кровотечение, вот почему я сделала cancel class. Мы такие, вау, типа, ну, извините. Она говорит, ну, самое ужасное, что, говорит, ну, я, говорит, все равно вам это все расскажу. Дело в том, что я на 6-й неделе беременности. Но, говорит, я, почему всю неделю она была? Она говорит, я все сделала cancel class, потому что я не хочу играться с этим. И, ну, она в улыбке, это потом все говорила, она говорит, в этот же день я уехала в emergency room отсюда, там, говорит, меня, конечно, напугали отслойками проценты и всякое такое, но я, говорит, ввела полный постельный режим до того, пока не встретилась со своим регулярным доктором, тот сказал, что, типа, первое, говорит, что я даю совет всем пациенткам, не делайте никакого ресерча в интернете, типа, что это значит, расслабьтесь. И ей посоветовали, ну, не поднимать тяжелого, исключить поднимание Кларисы. Кларисе 4 годика. Маленькую стараться, да, у нее две девочки, младшую стараться поднимать, ну. Ну, в общем, больше отдыхать. Вот неделю она была в постельном режиме, сейчас она пришла на занятия. Она говорит, знаете, у меня такое лицо? Ну, мы такие сидим уже, ну, с одной стороны, рады за нее, с другой стороны, не знаем, как бы тут вроде такая ситуация, типа, при которой она нам это сообщает, ну, неприятно. Плохая ситуация. Она говорит, потому что мне, говорит, вообще, говорит, не нравится, как пахнет в классе. Мне, говорит, не нравится, честно говоря, как пахнете вы. Она, говорит, меня подташнивает. Типа, говорит, и я вообще, говорит, я, говорит, устала и хочу есть. Она такая села, короче, и она так наяривала эту пиццу, да. Подожди, а ей сколько лет? Она скрывает, сколько лет. Ну, на глазок. Я думаю, что она 30 с чем-то. 35. Ну, она молодая. Ну, она, в общем, наяривала эту пиццу, да, что у нас есть такая одна активная девушка, Джессика, с двумя си, она такая, говорит, сервантес, говорит, типа, гардероб будешь обновлять скоро с такими темпами. Она говорит, а, мне, типа, сейчас можно и хренять. Потом она сказала, вы извините, говорит, но я все равно вас нюхать не могу, и ушла, короче. Пустила вас? Она вышла с класса, какое-то время она нам дала поговорить,
что было интересного на втором нашем наблюдении за детьми. Ну, мы, короче, сидели, как раз уже обсуждали ее беременность, кто-то начал там про свое рассказывать, кого от чего тошнило. А как это звучало? Ты можешь повторить, как она сказала, я вас не хочу. Нет? Ну попробуй. Зай, ну я не могу, так что мне как собачку папа. В общем, короче, она учесала доедать, допивать в эту комнату. Потом она пришла, она все равно вернулась с пиццей с напитком. Не наедается. Не наедается, она говорит, я думаю, говорит, что это вот первые 3 месяца, говорит, такая. Говорит, да-да-да, я должна вам сказать, что это запланированный ребенок. Помните, говорит, я в прошлом семестре говорила, что типа с кем сыграть, кто быстрее забеременеет, никто играть не захотел, типа беременею в этом семестре. Вот. Но она говорит, я могу, говорит, вам практически пообещать, что весной я буду в колледже, потому что роды запланированы на июль. Она говорит, так что можете брать мои классы, но, говорит, это жизнь, эмердженси могут случиться, поэтому, ну, смотрите сами. Она специально планировала, чтобы летом родить, 2 месяца она... А если вдруг, да, например, вот эмердженси, она не может вести 1, 2, 3 класс, ну что, это наверное, отказ? Найдут учитель на подмену. Ну, я так думаю. Ну, пока, она говорит, пока, потому что ей сказал ее регулярно, ну, ее врач, что сейчас, пока она обещает нам, что весенняя сессия будет с ее працами, которые можно брать. Вот, а такие у нас сегодня учительница в классе по успеху сделала розыгрыш, я выиграла маечку, я не знаю, зачем она. Зачем? Дети будут искать. Там какие-то эти... Динамик Дуа, что-то. Ну как они эти? Лейкерс? Кто там это? А, ну покажи обратную сторону. Вот, короче, короче, вот это игроки команды. Ты не показал никакого. Можно выигрывать было еще и рюкзачок. Короче, разыгрывалось. Короче, всего... учитывая, что машина, что Марина носить не будет, если кто-то любит эту команду... Ай, и вот еще вот. Постит. Ну и эти листики такие. Собирайте 500 лайков и 500 комментариев, и мы вышли майку победителю. То есть с вас 500 лайков, с вас 500 комментариев. Котик, с активностью подписчиков, да, это майка, ее проще спалить. Ну, короче, выбирайте, либо мы ее спалим, либо вам вышлем. Ну, в общем, Сервантес нас, конечно, сегодня так... Ну и, в общем, потом она поела такая, посидела, говорит, типа, наелась, говорит... Но я к ней подошла, говорю, извините, говорю, а могу я, типа, стартануть пораньше? Мне, говорю, ну, прям очень-очень надо. Она говорит, да, говорит, идите куда хотите, говорит, сегодня вообще, говорит, скоро день благодарения, типа. Ну и все, там осталось последнее задание сдать. Ну, оно такое, опять ее прет на креатив, поэтому... А, ну и самое главное, сегодня у меня была встреча с консультантом. Мы разговаривали с ней обратно, опять же, но я же все сомневаюсь, идти мне в университет или не идти, я как бы вот так вот пока качаюсь, почему-то последние 2 недели меня держат в большом стрессе, ну потому что Сашенька опять болеет, я начинаю думать, как я буду тянуть университет, когда звонят 8. Нам просто на прошлой неделе Зайка, мы ну Сашу отвезли в 8.20 в школу, а в 8.35 нам уже позвонили и сказали, что он уже Саша, нет, наша женщина с офисом позвонила, говорит, мне так нравится ее формулировка, она говорит, мама, типа, мама Саша, я говорю, да. Она говорит, а Саша здесь в офисе, он чувствует себя не очень хорошо и хочет с вами поговорить. Вы будете с ним разговаривать, как будто есть вариант, сказать, нет, не сегодня, давайте завтра. Я говорю, конечно, и Сашенька сказал, что я себя чувствую уставшим, я себя чувствую больным, короче, пора домой. Ну, дабы не рассказывать долго, в общем, у Саши в связи с тем, что Калифорния горела, и Калифорния продолжает гореть, в связи это повлияло то, что у нас похолодало, сезонность, и у нас резко, очень сильно наша астма обострилась, я хотела сказать, синкриз, и потом затупила. Ну вот, она очень сильно обострилась у нас, и поэтому вот это все в таком нервике, и плюс занятия, и поэтому как-то я начала опять
вообще-то думать, что может надо заканчивать здесь образование. И, в общем, попала я к консультанту, с которым я получается, до этого ни разу не была. Проблема в том, что если ты идешь на диплом и получаешь диплом, то что тогда с университетом? Если ты закроешься тут диплом. Дело в том, что вот сейчас, когда мы с ней разговаривали, да, она сказала, что лучший вариант сделать трансфер. Я не знаю, честно скажу, почему. Вот прям вот так вот я и не задавала этот вопрос. Но я наверное, могу... если ты закончишь тут образование дипломом, то тогда, наверное, дороже и тяжелее поступать и учиться в университете. Мне кажется, тяжелее, потому что я же говорила, что у нашего колледжа есть вот, допустим, как она, допустим, я говорю, хорошо. Договоренность, короче. Ну, поэтому. Типа какие-то там у них нужны. Короче, я не разбираюсь. Мутные схемы. В общем, я говорю, хорошо, говорю, вот я для себя, говорю, честно говоря, рассматриваю ближе, ну, университет, который, ну, тупо ближе на да. карте, да, говорю, потому что у меня трое детей, ну, и мы с ней там, ну, обо всем разговаривали, и говорю, мне, говорю, нужно быть в какой-то досягаемости. Я говорю, я для себя рассматриваю Domingos Hills. Она говорит, прекрасно, Domingos Hills берет всех наших, типа, кто делает трансфер с El Camino. Она говорит, ни один, типа, не попал туда. Мы начали смотреть, я говорю, понимаете, я немного сомневаюсь в своих силах, потому что, говорю, это очень тяжело соблюдать баланс между домом и детьми. Она говорит, окей, говорит, у тебя есть дети, ты мама. Говорит, вот мы сейчас входим на сайт, и я тебе показываю твои варианты по зарплате, если ты здесь получила диплом из Эйди. Вот это уже интересно. Она говорит, и ты ушла отсюда уже искать себе работу. И вот, говорит, мы получили университетское образование, говорит. И вот уже, говорит, другие, я записала номер этого, ну, номер. Сайт. Она номер говорит, сайт. Вот... Да, сайт номер такой-то. В интернете три сайта, наш четвертый. Так что все заходите на пятый. Ну это примерно как сегодня я поняла, да, что... Ну, это отдельная история. В общем, мы с ней просмотрели, она говорит, хорошо, говорит, смотрим такое, говорит, ты планируешь жить в Калифорнии? Я говорю, да. Она говорит, здесь у нас нехватка учителей, да? И говорит, это хорошо. Это хорошо. Но, говорит, если ты переезжаешь куда-то, да, то, говорит, на ту позицию, куда здесь тебя берут, типа, ля-ля-ля-ля-ля, мы рады даже тому диплому, который у тебя есть. Она говорит, когда ты переезжаешь куда-то, да, возможно, там ты уже на эту позицию не устроишься. Она говорит, ты же сама говоришь наоборот, что у тебя трое детей, баланс в семье. Она говорит, это хорошо, но баланс в семье же, говорит, зависит еще от материального дохода. Она говорит, ты наоборот должна, говорит, не надо думать глобально, говорит, просто, типа, делай степ-бай-степ, типа, потихонечку иди к своей цели. Плюс она говорит, что я понимаю, что это все деньги. Она говорит, ну мы же имеем, говорит, столько всего, что поддерживает студент. Она говорит, если тебе нужна какая-то поддержка, если ты не понимаешь, на что ты можешь рассчитывать в поддержке, если ты в этом не разбираешься, то говорит, мы давай сделаем тебе с Элизабет, я эту женщину знаю, она у нас проводила... Ну, типа как воршоп приходила, презентацию делала о своей работе. Она говорит, мы сделаем тебе дополнительный appointment с этой женщиной, которая именно по вот этой вот по поддержке студентов работает. А как бы с этим консультантом на постоянной основе консультировать? Сереж, вот понимаешь, хорошая мысля приходит, когда ты уже сидишь и ждешь, пока к тебе приеду, да, и думаю, что ж ты, блин, ни фамилию ее не взял, ни имя. Но я думаю, я зайду и скажу, что посмотрите, оно же все записано. Может, завтра по следам зайти? Кто после... Завтра никто не работает. Кто мне делал последнюю мою консультацию? Могу ли я с этим человеком опять? Потому что не все консультанты одинаково полезны. Мы с ней так поговорили. Ну подожди, я заскочил наперед и еще раз перебью. А так что там насчет зарплаты? Ну, в общем, сейчас, по сути дела, когда я закрываю весь свой диплом и получаю все... Диплом в колледже. Да, максимально, что мы с ней нашли по LA Area, но мы LA Area всю рассматривали. Но я не могу ее, зайка, всю рассматривать, потому что ну, я опять же буду рассматривать локальный доступ, правильно, да? То максимально это 23, на что я могу претендовать. Максимально, минимально 15 это что? В час. А, в час? Я думал, 23 в год, это мало. Нет, в час. 15 в час, а сколько это в год? Не знаю. Когда мы по часовой смотрели. А когда уже после университета, если вот этот имеет первый диплом в университете, бакалавра диплом, да,
то уже нужно рассматривать на позицию, там идет от 21 от 22 старт только. От 21-22 старт? В час, это старт. После университета? Да. Дальше так она мне показала, по если с мастера, так. если мастера... Извините, вот тебя, может по простой схеме? Возьмем вторую машину и на развозку пиццы. И я тебе больше скажу, что те $15, которые ты будешь получать как на старте, как помощник учителя, допустим, mm-hmm. да, я знаю телефон, куда можно позвонить и ехать квартиру убирать за эти деньги. Ну, мы звонили, я когда-то рассматривала такой вариант дома убирать. Не так просто, как это самое, как Amazon Food. Не, я просто возить. Говорю, что за разную работу могут платить одинаковые деньги, но я пока склоняюсь больше к своей большой цели, понимаешь? Ну да вот. Я прикалываюсь. Так что я говорила? А, ну в общем, пока мы... Она, в общем, ненавязчиво мне эту желтую бумагу Погоди, для трансфера я тебя подсунула. Я тебя перебью. Короче, мы сейчас определили, что из колледжа можно выйти учителем от 15 до 23. Это будет не учитель, это будет помощник учителя, и это будет ассистент и еще там кто-то, ну неважно. А из университета можно начинать с 21-22? Сереж, это на данный момент, вот мы смотрели прямо работу, которую сегодня можно оплавиться. Да. А сейчас, когда вернемся с магазина, расскажем про желтый листок. Да? Давай. Значит, мы остановились, что она тебе впихает какую-то бумагу для трансфера, желтую. Где она уже начала отмечать мне, какие классы мне подходят. Что в этой бумаге расписано, что нужно для трансфера, из чего я могу выбирать, какие классы. Там расписано, ну, допустим, математика и варианты математики, какую я могу. Даже когда ты готовишься к переходу в университет, ты все равно сам себе выбираешь, с чем ты туда будешь переходить. Просто есть возможность что-то подучить в колледже, то, и тогда это будет дешевле. То, что ты сделаешь вот этот трансфер программу, да, это дает тебе гарантию того, что в университете тебе нужно будет в общей сложности взять только 60 юнитов. И опять же, мы помним про то, что в университете юнит стоит там 300 или 400 долларов, а здесь 46. Ну, я говорю сейчас про резидентов только. Цена за юнит в университете может быть разная. Domingos Hill, это, ну, в нем дешевле цены, допустим, чем, естественно, в UCLA, чем в каком-то другом. И если смотреть какой-то частный университет, там вообще цены могут быть заоблачные. Это нам дядя советовал, он не рассматривает, так что мы даже не рассматриваем. И? Ну и, в общем, мы с ней... Пока мы посовещались и решили, она говорит, что, конечно, я понимаю, что вот так вот эти решения не принимаются. Я говорю, я уже сомневаюсь, говорю, вот весь семестр у меня в сомнениях, как быть, как быть. Она говорит, давай так, говорит, давай выберем максимально то, что ты можешь брать, чтобы закрывать диплом и чтобы это имело отсылку к университету. Говорит, просто когда ты поймешь, что у тебя закончилось то, что пересекается, ну, грубо говоря, уже стоит вопрос, либо... Все, завтра нужно подавать документы, чтобы получить диплом, то уже, говорит, конечно, тогда на пороге надо решать. Либо мы продолжаем, либо мы не продолжаем. Но она рекомендует все равно идти в университет. Она говорит, ну потом по концу она сказала, конечно, это только твое дело, потому что я не знаю всех обстоятельств, там, типа, в семье, там еще что-то, еще что-то. В общем, если ты заканчиваешь здесь, то ты получаешься либо помощник учителя. Либо дошкольные учреждения. Да, дошкольные. Но не учитель в киндергарден. Нет, на киндергарден уже нужно идти в университет, чтобы с киндергардена учить, нужно идти. Чтобы в киндергарден учиться. Да. И вот в этом я вот прямо сейчас сама себя ловлю на том, что прошлый консультант сказал, что это диплом. Киндергарден позволяет учить. Блин, какая-то лазу. Но дело в том, что прямо сейчас, когда мы с ней смотрели, где кому чего надо, да, на учителя киндергардена требует только диплом колледжа. Но она говорит, возможно, это потому, что сейчас, типа, ну, вот такая обстановка с учителями, что готовы взять, типа, ну, готовы взять. Uh-huh.
что нужно еще, она говорит, и раз это твоя цель, раз это твоя профессия, она прям вот говорит, нужно постоянно мониторить этот сайт, что вокруг, типа кому чего надо, чтобы понимать, на что ориентироваться. А там даже видно, куда можно, в какую школу пойти? Там вот. Серёж, ну вот, я открывала, я потом, пока тебя сидела, ждала, да? То есть ты можешь посмотреть, что в нашем районе вот. Кому требуется, я в какую школу, да? Наш zip-код. Ага. Ну и скажи, что там пишут. В новый, он называется Child Care Center. Доступны позиции для, короче, preschool работников от 11 до 18 долларов в час. Можно оплатить. Ну, 11 это, я так понимаю, можно без образования, наверное, идти. Это... Да, я понимаю, что на 11 это вот то, вот, где сейчас очень много тот, кто со мной учится, где они работают, допустим, part-time. И я вводила позицию part-time сейчас. Ну, потому что я же сейчас не готова выходить на полный день, правильно? Ну, теоретически. Ну, 11 это ниже минималки чуть-чуть не получается. Дошкольного образования учитель и ассистент 13,5 до 15,5 в час. Короче, в другом месте, в Эль Сегунда, нужны те, кто работают с младенцами, те, кто работают с 18 месяцев до 2 лет, до прескур. И вот pre-K teacher, это тот, кто у нас в Межджанакине, pre-K, да, как Саша ходил, ну, в нашей вот школе, на да? И здесь написано от 11 до 18 долларов в час. Я не думаю, что она работает 11 долларов в час. Займила, но здесь же видишь, сколько позиций описано и написана цена. Возможно, тут... Я тебя не вижу, ты же смотришь. В автоскулу, в программу послешкольного образования от 15 до 20 долларов в час. Угу. Знаете, почему-то не пишут свои цены. А где у нас рядом? Кто у нас вот рядом конкретно? Вот, например, мы завтра захотели пойти. Администратор в какое-то дошкольное учреждение 16 долларов в час. Elementary Intervention Teach – это part-time, 25 долларов в час. Это работает вот эта наша Антошиного друга мама. Вот которую мы видим? Да, которая… Вот это мне нравится. 25 долларов в час. Ну и вот мы, допустим, откроем, сейчас посмотрим, и... какие они хотят образования. Ну. Смотрят они на работу. В этом месте хороший рейтинг. 4,5. Что, что они пишут 11-18, ну это, честно говоря... А они не пишут, что им надо. Просто приходи. Я в чем-то не могу найти. Сереж, знаешь, что может быть, я не вижу прям как вот у нее, она открывала на компьютере, давай дома попробуем открыть. Да, потому что у нее на компьютере вот здесь я вижу как половинку как бы того, что я видела. Это как Amazon выбирать на телефоне, на планшете. У нее прям вот здесь было описано вот то, что я тебе прочитала, типа, что от тебя будет требоваться, твои часы работы, там, part-time, не part-time, бла-бла-бла. И здесь рядом то, что типа тебе, у тебя должно быть. Uh-huh. И внизу же, типа, апрайся прямо сегодня и, типа, погнали. Угу. Наверное, Серёж, это так же, как канва по-дурацки выглядит. Так я говорю, что на Амазоне выбирать даже на телефоне неудобно, потому что урезан какой-то сайт получается. Ну, вот о чем мы с Серёжей сегодня говорили. Серёжа узнавал про девушку, которая тоже учится и работает, и позвонил мне и сказал, может, ну его нафиг, ты учёба, пора тебе на работу. Я говорил. Нет, ну ты сказал, что, типа, может, мы неправильное направление выбрали. А, что мы с дядей разговаривали, да, что она... Да, что ты говоришь, что, работаешь получается, у меня еще впереди достаточно большая работа в плане саморазвития, самообразования. Ну, в общем, это еще... дочка нашего знакомого, которая сейчас учится, но она учится
я даже не знаю, как это правильно сказать, она получает диплом, но по сути она не получает какую-то конкретную специальность, или, скажем, она получает такую специальность, что... Широкого профиля. Да. В общем, грубо говоря, нафиг не надо, как он сам это и сказал. Ничего тут страшного в этом нет. Грубо говоря, она просто получает диплом об окончании колледжа, и с этим дипломом она очень неплохо устраивается в Костко. Получает она сегодня, работая почти фулл-тайм работая, она получает почти 2000 чистыми в месяц, но у нее очень хорошая медицинская страховка, как он сказал, она вообще там покрывает все в ноль, и, ну, практически, то есть она там совсем копейки платит, и у нее идет пенсионное отчисление, то есть тоже максимальный, он сказал, по-моему, 340 там или сколько-то, вот около 350 долларов в месяц. Он сказал, что поставил ей максимальное отчисление. То есть я не знаю, как они там что формировали. Видимо, тоже, когда устраиваешься на работу и тебе показывают, сколько ты можешь получать, ты, наверное, сам можешь решить, какую ты хочешь отчисление на пенсию, видимо, в каких-то вилках. Он, так как он главный, он сказал, давай, значит, вот так. И сделал так. То есть, с одной стороны, 2000 чистыми на руки – это мало в месяц, потому что, ну, честно говоря, жилье сегодня стоит этих денег. А еще надо питаться, заправлять машину и прочее. Но пока ей как бы этого хватает, и если снять жилье попроще, то в принципе в эти 2000, не жируя, можно влезть одному человеку. Ну, большой бонус то, что она получает хорошую медицинскую страховку. Если, например, Марина пойдет сейчас в Костку работать на 2000, то нам тоже будет это очень хорошее, скажем так, подспорье. И причем, учитывая, что мы вдвоем работаем, это будет даже очень неплохо. Но как бы мы поставили себе более серьезные цели. И... Да, ну, работа в Костке – это тоже серьезная цель, ты так говоришь. Но она серьезная, да. Нет, дело в том, что если... Ну как, она сейчас там не фулл-тайм, и она сейчас иди подай и не мешай. То есть, если она будет расти до какого-то менеджера, конечно, и двигаться дальше, то она очень неплохо там может, так сказать, развиться. А где нам бы свернуть в следующий поворот, наверное? Вот. То есть, там есть возможность, так сказать, карьерного роста. Мы не знаем, как там быстро все это растет. Но мы-то планируем, что ты после... колледжа должна была, мы планировали на 50 в год, не меньше, ну 40-50. 40 это подразумевает где-то 4. 3,5. Что это за сайт, он мне не нравится, от 11 долларов. От 11 долларов, блин, не надо, честно говоря, учиться. Надо идти работать, блин. Как говорит Лукашенко, раздеваться и работать. Ага. А если еще и... Да нога раздеться, то знаешь, то я могу тогда и не работать. Нет. Нет, я смотрю, со спомизана прилкать. Что-то, короче, это. Какой-то мутеж где-то идет. Мы не туда поворачиваем. Ну я вижу уже, что-то. Но мы проедем вдоль пласт. Зато он, видишь, как там красиво гоньки моргают. В общем, нужно думать. Нужно взвешивать все и там решать. Будем думать, будем взвешивать, будем вам рассказывать. Посмотрим вот эти работы вот на компьютере, на что можно, например, сегодня претендовать. Ну, по факту, в общем, получается, что вы решили, чтобы если диплом получать, сколько тебе осталось? За сколько ты можешь вписаться? Ну, по диплому все равно ничего не изменилось. Получается, это либо следующий декабрь уже подавать документы на то, что заканчиваю, либо весну. Но я все-таки думаю, что я не спешала весной буду это делать, чтобы не рваться и... Ну, потому что это все требует сил, это требует спокойно, больших нервов. Чтоб не было, как в начале, когда мы пошли на высокий уровень, так сказать. Да, да, ну и уже пока мы можем... Следующей весной, то есть, грубо говоря, год. Да, мы можем себе позволить меня спокойно учить без надрыва. Но вот сегодня мы с девочкой, пока Сервантес наедалась пиццей, мы разговаривали с ней. Она работает 3 дня в неделю фулл-тайм. Ну, а перед нами вот эти лампочки белые, что горят, это уже елки. Так что мы елку будем покупать вот на этой неделе буквально. Через неделю. Не через неделю. А, в понедельник вечером. А то и смотри, еще и выходные, может, купим.
сказали, не сможем мы выходные, я должна готовиться, потому что у меня по географии. Да, ну да, ладно, что, понедельник так понедельник. Будем ставить елочку. А потом я ей сфотографирую грустных детей, скажу, дети, сделайте грустную, и скажу, вы лишили детей праздника. Ну так, короче, без надрыва год. Да, так что хотел сказать. А, мы с девочкой разговаривали, она 19 лет, она работает 3 дня, на целый день уходит в Адидасе, она работает, ну, продает. И ну, в магазине или там, короче, где там в Адидасе, короче. Весь день, говорит, на ногах, я прихожу, я просто падаю, типа, в конце дня, когда весь день 12 часов или сколько? Ну, она говорит, она с утра до вечера работает. Она не уточняла, я уже так сильно не приставала. Не, ну скорее 12 это овертайм, она скорее всего 8 часов и работает. И она берет 17 юнитов, понимаешь? У меня 12, а это она это больше, еще... чем фулл-тайм. Это больше, чем фулл-тайм стик. Я такая говорю, как ты, говорю, типа, ну, и она берет, она готовится к трансферу. Ну, зайка, ну, она без детей. Она берет биологию, такие, ну, серьезные предметы, понимаешь. Ну, для меня биология, ну, хотя для меня и география когда-то была сложна. А теперь давайте поговорим о классификации облаков, да. И я на нее так смотрю, говорю, как ты, говорю, типа, все успеваешь. Она говорит, ну, вот у меня сейчас между одной парой и другой полтора часа. Я, говорит, вот иду там делаю. То у нее все прям по минуточкам рассчитано. Ну, я не могу так делать, потому что, понимаешь, Сереж, в нашу жизнь, оп, вот врываются вот такие неожиданные чик, две или три недели, когда ты просто выбит из колеи. То заболел, то поликлиника, то еще что-то, да, бывает. Зай, а даже самое такое, когда вот у Сашеньки очень сильно все обострилось, эти ночи можно считать, что мы не спали, когда мы вставали, постоянно вставали и вставали. Да, тоже такое есть. Ты только лег, уже встал, только лекарства приняли, уже надо вставать, еще что-то делать. И потом хопа, уже, блин, пять. И уже встаешь и начинаешь собираться, там, кушать. И, ну, в общем, совсем пожаловалась на жизнь. Ну что, тогда в общем, давай будем думать, подводить будем итоги. Ну, не высчитывать, ну, я не знаю, в общем, пока... Пока в разуме. Да. Ну, все тогда. По ходу движения будем рассказывать, что получается дальше. Да, что мы дальше решаем и что делаем. Вот, а вы были с нами. На канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Начинаем вас поздравлять с приближающимися праздниками. Когда праздников еще будет? А все равно настроение праздничное. Как видите, мы тягаемся по магазинам. Подарочки купили, да. Кружечки красивые, но мы их вам потом покажем. Вот, так что всем всего хорошего. Не забудьте поставить лайк, комментарий. Набираем по 500 и майку отправляем победителю. До встречи, бай-бай. Пока-пока.